Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Готовлю курам деликатес. Вот так на поднос распределила ячмень. Сейчас чуть-чуть полю, и он у меня будет расти. Корни пустит, и все. Буду временами чуть-чуть слегка поливать. Дальше уже вам буду сам процесс показывать. Вот так полью слегка. Теперь на тенечек поставим. Так. Поднос, не поднос. Здесь. И пусть он у меня здесь стоит. Ну, где-то сантиметр. Прошло полтора дня. Вот, уже вот такие. Вот, уже корни пустили. Видите? Вот. Вот так. Сегодня нас дома не было, а так надо поливать 2-3 раза в день. Если жарко, можно даже 4. Вот так. Можно и лейкой. А я так поливаю. Вот, начало расти. Вот. Вот. Сейчас какую-то часть курам дам. И вот так. Подносах можно на 2-3 подноса распределить и поливать. Вот смотрите, что вот происходит. Сейчас курам дам, они прям с удовольствием кушают. Сейчас пойду. Курюнялар, курюсялар. Курюнялар. Ана. Бегом, 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 бегом. Сена. Прям с удовольствием. О, петух выбежал. Эти тоже выходят. Все выходят. Прям обожают. Я сейчас вот половину взяла. Это у них уже ужин. Все. Сегодня хватит. Теперь подносу. Потом уже зеленая травка вырастает. Вообще хорошо. Тоже. Корм на 2-3 дня. Сейчас сегодня еще на другой поднос. Тоже. Смотрите, какие корни. Вот. Ой. Прям с удовольствием кушаю. Вот так. Потом зелененькая трава вот так вырастает. Вот они. Вот. Вот. Вот уже вылазит. Все. Теперь оставляем до завтра. Сейчас еще обильно полю. И все. Оставим.
Оставляю тенечки. Будем собирать яйца. Сколько штук? О, сидит одна красавица. Ой! Сейчас ее прогоним. Она цикорминг куруйми. Ой! Вот сколько! Баргеттен ангри. Сколько штук? Эту тоже. Давай, Турсене. Келани. Витяни. Ангрик, ангрик, ангрик. Ана, давайте вместе посчитаем. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Там нету. Все. До новых встреч, мои дорогие подписчики, гости моего канала.